В ресторане «Майдат» состоялось чествование докторской диссертации руководителя международных отношений муфтията Республики Дагестан Шихабуддина Гусейнова. В мероприятии приняли участие муфти Республики Дагестан шейх Ахмад Афанди и председатель ДАКОМ религия Магомед Абдурахманов. Путь к докторской степени уполномоченного представителя муфтията Дагестана Шихабуддина Гусейнова был долгим и кропотливым. Продолжительное время он обучался в арабских странах, окончил экономический факультет ДГУ, учился в Американском государственном университете в городе Бейруте на факультете филологии и гуманитарных наук. В 2014 году защитил кандидатскую диссертацию в этом вузе, а в июле этого года получил докторскую степень за диссертацию «Конфликтные тексты». Когда бывает текст конфликтный, как выйти из этого положения? И тексты бывают разные, разъясняющие, сложные и провокационные. И когда вот такой текст бывает, как выйти из этого положения и как выйти с этого текста? И с этого предложения. Муфтий Дагестана шейх Ахмад Афанди лично поздравил Гусейнова и отметил, что это событие имеет важное значение для всей республики. Если ранее Дагестан прославляли спортсмены, то сейчас настало время и тех, кто занимается религиозными науками. Ребята, которые занимались религией, которые они учились в исламских вузах, и некоторые люди их называли такими отсталыми людьми, опять сейчас, видимо, наступило время прославить Дагестан на сегодняшнем пока на всю Россию, и через некоторое время мы будем претендовать прославить Дагестан на весь мир. Поздравить новоспеченного доктора наук прибыли профессора. Доктор экономических наук, президент Дагестанского государственного университета народного хозяйства Гамин Бучаев и доктор физико-математических наук, ректор ДГУ Муртазали Рабаданов. Рабаданов, в частности, выразил радость, что выпускник его вуза достиг таких высот. Это очень хорошо. Мы гордимся своими выпускниками. Вот один из наших выпускников, который пошел дальше и добился новых знаний, новых результатов. Говоря о Гусейнове, председатель ДАКОМ религии отметил, что это человек, с которым легко наладить дружеские отношения и который сам без труда их налаживает. Доказательством служит деятельность Гусейнова по налаживанию международных отношений в арабских странах. Говорят, что человек познается в пути, то есть в сафаре. Мы не раз, лично я оказывался вместе с Шихабуддином Хаджи с рабочими поездками как в других регионах России, так и во многих арабских странах. Мы были в Сирии, в Ливане, в Саудовской Аравии. И везде он проявлял себя лучшим образом и доказал, что на него можно положиться. Также Гусейнову было вручено благодарственное письмо от председателя ДАКОМ религии. Доклад и развитие государственных конфессиональных отношений и духовно-нравственное просвещение населения Республики Дагестан. Пожалуйста. Не исключено, что в дальнейших планах у доктора наук Гусейнова, как отмечает он сам, преподавательская деятельность. Также в его графике запланировано множество зарубежных поездок. Сам он уверяет, что готов всего себя посвятить работе на благо и процветание нашей Родины. Я очень счастлив, очень рад. Не тем, что я защитил докторскую диссертацию, а что такие столь важные, столь признанные ученые, достаточные шейхи, почетные люди поздравили меня. Абдулла Алиф, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.